Ларионова, который гласит «Блондинки за для Юру». Исполнение произвольной программы приглашаются Ира Базарова, Юрий Ларионов, Россия. Она родом из Екатеринбурга, он из Новосибирска. Катаются в Перми под руководством Людмилы Калининой. 7 лет в Тибете композитора Джона Уильямса и такой вот саундтрек из кинофильма. Thank you.
Вера Базарова и Юрий Ларионов. Катались от всего сердца, от всей души, выложились. Некоторые элементы просто великолепно у них получаются. Некоторые просто оригинальные. Я, кстати, не видел, чтобы в Тодосе вот так меняли хват за спиной партнера. Может, я ошибаюсь, может, просто где-то не обращал внимания. У них обратил. Подкрутку это исполняли прямо перед комментаторской, вот здесь, прямо под носом, очень эффектно, так высоко-высоко. А выбросы, посмотрите, какие высокие. Здесь она, правда, немножко на выезде дрогнула, но удержалась, во-первых, а во-вторых, на втором выбросе она уже была более собранная. Или, я бы сказал, еще более собранная. Четкое по синхронности вращение. Паре, конечно, нужно добавить еще одухотворенности. Ай, здесь было две ноги. А не было, кстати, заметно, когда она это исполняла. Было ощущение, что все-таки она на одну приземлилась, а вторая как-то просто внизу была. Ну, здесь звучала музыка не только «7 лет в Тибете», но и «Шнитке», «Сказка странствий». И разные были произведения. Некогда серебряные призеры чемпионата мира среди юниоров. Не катались целый год. 101 балл. На 3 балла лучше, чем их же результат на юниорском гран-при. Тулуп у них недокрученный. Второй двойной аксель в каскаде тоже недокрученный. В остальном много плюсов, кроме тройного...